Большой высотный корпус Казанского федерального университета всегда являлся центром новых разработок и технологий в области IT-сферы. Так, в рамках торжественного открытия Олимпиадного центра КФУ ректор вуза Ленар Сафин выступил с речью и поблагодарил каждого студента и преподавателя за неоценимый вклад в развитие и становление науки в университете. На встрече также присутствовал управляющий отделением Банк Татарстан публичного акционерного общества Сбербанк Рушан Сахбиев. Он вручил вузу памятные подарки и отметил важность проведения всевозможных исследований в области программирования. Также открытие посетил Данис Нургалиев, директор Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета. По его словам, открытие Олимпиадного центра КФУ – большое событие, которое позволит студентам продолжать совершенствовать свои научные труды. Действительно большой праздник, потому что сегодня создается здесь Олимпиадный центр, значит, по программированию. И самое главное самая главная суть этого центра в том, что он имени, значит, Равиля Максимовича Хадиева. Вообще, я хочу немножко сказать об этом человеке. Замечательный человек, один из основателей, значит, Олимпиадного движения в Казанском университете. Значит, еще в прошлом веке, так скажем, да, то есть он готовил и школьников. Вот у него много замечательных учеников, которые побеждали в разных олимпиадах по программированию. По сути, он был основателем и создателем олимпиадного движения среди студентов. Кроме того, с приветственной речью выступил Камиль Хадиев, директор Олимпиадного центра. Он провел небольшую презентацию об истории создания, достижениях Олимпиадного центра и о современных задачах на олимпиадах по спортивному программированию. Сразу после этого Рушан Сахбиев вручил ректору Казанского федерального университета сертификат о передаче оборудования Олимпиадному центру. Впервые с олимпиадниками по информатике, по программированию начали заниматься в начале 2000-х, где-то примерно в 2001 году. И как раз вот Равиль Максимович Хадиев организовал кружок по олимпиадной информатике и начал возить студентов на олимпиады, то есть начиная с этапов чемпионата мира по программированию, начиная там с четвертьфинала и так далее. С тех пор у нас активно работает вот это олимпиадное движение. В 2013 году был организован центр при факультете по олимпиадному программированию. Вслед за этим состоялось небольшое знакомство с командой студентов КФУ, прошедшей в полуфинал чемпионата мира по спортивному программированию в 2023 году, а затем вручение им сертификатов на продукты от Сбер. По словам Антона Егорчева, директора Института вычислительной математики и информационных технологий, это событие имеет особое значение для дальнейшего развития науки и продвижения IT-сферы в КФУ. Я считаю, что сегодня достаточно важное мероприятие. Сбербанк поддержал наш Олимпиадный центр Казанского университета, поддержал его не только оборудованием, но и в дальнейшем будет поддерживать на мероприятиях. Олимпиадный центр является важной структурной единицей Казанского университета. Наши студенты, наши команды ежегодно проходят финал чемпионата мира, занимают призовые места на множестве олимпиад. И, безусловно, это важно для того, чтобы показать, на каком уровне в IT-сфере находится университет. Завершилось мероприятие дружным чаепитием и планами на дальнейшее сотрудничество во многих сферах информатики и программирования. Елизавета Газизянова, Николай Суховский, Маргарита Михайлова. Универ новости.